think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем. Трэш. Продолжаем, а я не заканчивал. На АС-сервере пробуем доставать шестые созвездия. И делать, соответственно, по подсчетам где-то должны поднять больше 1К. И выйти на топ-2 на серваке. Ну, это, конечно... Жесть, сколько всего надо для топ-1. Ну, во-первых, питомцы. Я показывал, с питомцами тут обычные, причем беда. Все остальные суперпаты прокачаны на максималку. И будущие там тоже сразу же будут качаться на максималку. С этим проблем, скажем так, нет. А вот с обычными тут кролика до сих пор нету. Так, что у нас 610. Отлично. Решил я подкачивать созвездия. Так. Постепенно, у кого нету шестерок, будем пробовать. 1242 карты у нас есть. Сменки. Не знаю, видно, не видно. Вот высшее изменение. Будем пробовать. Может повезет нам сейчас по две пятерки. Вот отлично, вот смотрите, по две пятерки словили, сразу же это все открываем. Сколько вот у нас сейчас? 1610 силы, да? Пробуем. Конечно, атака ловится очень хреново. Я не буду семерку сразу ловить. Я хотя бы хочу шестерки наловить. Что на семерку дофигища надо ресурсов. Ну, не ресурсов, а 200-300 тысяч самоцветов может уйти по-разному на семерку. Поэтому это самое такое затратное, самое дорогое. Но мы пробуем пока шестерки как минимум все выставить. Посмотреть, что с этого получится. Потом уже дальше двигаться. Буду постепенно ловить по две пятерки. Стараться сразу же прокачивать. Ну, скажем так, процесс этот не дешевый и не быстрый. Тем более атака, я заметил, что падает очень хреново. Я имею в виду самое последнее, если докачиваешь за 1900. 50, это, конечно, жесть. Так, отлично. 1610, 1614. Супер прибавка у нас получилась. А, блин, подождите. Это ж не седьмое, это седьмое плюс. Хотя, в принципе, каждый левел дает плюс 50. У нас просто пятая стояла. Я попробую. Созвездие. Пятерки, пятерки. Точность. Ну, вот так вот. Таким вот образом разве что прокачивать. Так, окей. Поехали дальше. Рыцарь. Ну, то есть смысл, если здесь сразу же ролить две пятерки обычные. Ну, не обычные, а седьмая, восьмая. Только потом ролить те созвездия, потому что смысла нету, если здесь атака, точность. Если здесь будет разнобой, потом там ролить, тут уже надо так, чтобы наверняка и навсегда. То есть ролим пятерки все. Двигаемся дальше. Образом мы сначала заполним обычных ненужных питомцев, а потом уже все, что лишнее, если вдруг останется, я сомневаюсь в этом, что что-то у нас останется после этих роллингов, потому что карт надо очень много для того, чтобы вытащить пятерки. Но здесь тем не менее
мощность, атака нам не надо. Тем не менее, здесь они падают. Ну, таким образом мы сэкономим и самоцветы, потому что ролить, а потом опять перероливать второй раз я не вижу смысла. Поэтому надо сразу ловить. Карты все равно есть, тем более их девать, по сути, только на этих героев и надо, на которых не докачано. Так ты уже будешь знать, что ты ролишь хотя бы один раз, а не два раза перекачивать, потому что это тоже это геморрой. Я у себя сначала шестерки ловил, потом семерки перекачивал. В общем, там тройной слив самоцветов практически был на некоторых героях. Тут есть возможность сразу ролить, поэтому стоит это делать и сразу же ролить конкретно по два созвездия. Тут что-то застопорились. Давайте уже две пятерки. Так, отлично, смотрите, как отлично нам упало. Вот, кстати, крит сопротивления довольно-таки неплохо падает по сравнению с другими созвездиями, я имею в виду обычные. Потому что два ловить там равносильно все падают. А вот в обычных этих, конечно, крит сопротивления это жесть. Падает очень хорошо. Нам кролика найти, блин, конечно, жесть с питомцами, просто тупо страдает. Кролика на аккаунте нет, я на себя тысячи посливал. Так, отлично, еще одно крит сопротивление. Ай-яй-яй, две тройки. Блин, так хреново, кстати, падает за 1950 здесь. Просто писец какой-то. Так, отлично. Есть еще одна у нас припалочка. Поехали дальше. Друидик. Собран у него. Так, это у нас был Грома. Поехали. Будем пробовать. Пятерка, четверка, пятерка, четверка. Да, сегодня я на этом аккаунте целый день практически завис. И еще качать. Ну давайте уже, четверка, пятерка. Просто пипец какой-то. Опять четверка, пятерка, издеваются, короче. Пять-четыре. Что это за фигня? Сколько можно? Так, отлично. Снимаем замочки. И поехали. Поехали. По той же самой схеме. А, что-то я уклон не открыл.
Знаете, самое печальное будет, если на такого героя упадет уклонение, как у меня на одержимого. Здесь упало уклонение, мы до одержимого дойдем, я покажу. Это просто жесть, ребят. Типа 2/5 уклона на одера. Я не знаю, ловить там на нем семерку бессмысленно. Был бы это какой-то топовый герой, да. Так, еще один, потому что, хотя уклоны падают тоже довольно-таки неплохо. Так, четверка. Давайте пятерочки, 2-3. Видите, самики улетают только так на созвездие, но без этого никак. Самое печальное, самое дорогое в прокачках. Блин, интересно, когда же питомцев завезут? Питомцы, конечно, силушки тоже прибавят. Нормально. Я думаю, завезли питомцев, он бы на топ-1 мог бы свободно залететь. Так, отлично. Четверка, ну оставим, пока не будем. Ну, вот уже 704, как видите, качается довольно таки неплохо. Таким образом, но надо опять же иметь нормально звезды. Так, рыцарь есть, тыковка, минотавр, смертушка, поехали. Блин, пипец. Просто трэш. Сколько всего улетает. Да без доната, наверное, такое количество карточек, он бы там просто тупо в кайфе был. Здесь ты понимаешь, что тебе этих карт не хватит вообще ни о чем, по сути. Без доната бы себе половину героев, да, наверное, целый алтарь перекачал бы и радовался. Так, интересно, упадет у нас хоть один уклонение одно? Я пока за, считайте, 500 карт только одно словил. Так, точность, отлично. Так, это, конечно, классно, что у нас батарея садится. Точность, конечно, это не очень хорошо, потому что она очень хреново что-то падает. Я не знаю, что так. Точность падает очень хреноватенько. Еле Риббита доролил здесь, чтобы получить для прокачки. Так, точность, атака, точность, четверка. Ну, видите, точность, как я и говорил, очень хреново падает. Вообще просто трэш. Уклоны, блядь, падают, а точность не падает. Фу, да. Так, еще одна точность, отлично. Залетел.
Будет у нас точная смертушка. Но это не точно. Да, видите, хреново падает. Вот. Точность мне очень не нравится, как падает. Уклоны здесь намного круче падают, нежели точность. Я не знаю, с чем это связано. У нас на английском немножко наоборот. Уклоны ни хрена не падают, зато точности валом. Проще, как видите, словить 7-8 созвездие, нежели, блин, наролить здесь хотя бы, блин, 5. Ну, по сути, нам здесь даже 4 хватает. Атака. Опять атака. Да запарили, блин. Нормальная точность дали наконец-то. Так, шестерка есть. Пробуем словить пятерку и четверку. Лучше пятерку и пятерку. Если даст, конечно же. Ну, за 1950, как видите, тоже особо смысла ролить нет. Все равно вы бонус не получите, если выбьете. Так, пятерка, четверка, ну нормально. Так, съесть, бонус есть, это есть, поехали дальше. Лантище. Самый любимый герой. Блин, уже пальцы устали, честно скажу. Столько переролить надо. Не по мышке клацать, не по мышке клацать. Двумя пальцами фигачишь. Так, давайте пятерки просто половим. Потом буду уже дороливать героев. Точнее эти, потому что это минимум час может уйти на это все дело. Так, атака, точность. Так, 2 крит удара. Ну, конечно, Атланта это фигня, но пусть будет. Так, дальше у нас пошел товарищ. Вообще, смотрите, вообще огонь. Поехали дальше. Тут тоже у нас 2 точности. Кстати, сделаем тоже пятерочку. Отлично. Ух ты, было бы круто, если бы сейчас тоже упало 2 точности. Атака, точность. Это клон. Блин, жестко. Ой, жестко, конечно, это все падает. Ну, надо везде по 2 созвездия. Тогда мы, в принципе, на самых больше сэкономим. Потому что если одно, это вам придется 5 ролить. А так получается, сразу же знаешь уже, что надо ролить. И один раз будешь это ролить. Тем более, герои эти не востребованы. Отлично, крит сопротивления. Поехали дальше. Дракон. Ой-ой-ой, рядом было. Очень рядом.
Так, точность. Отлично. Просто кайф. Хорошо, вторые падают по два. Блин, чуть-чуть не хватило нам. Ух ты, два уклона четвертых. Две точности четвертых. Да, это жесть какая-то творится. Пять, четыре. Пять, четыре. Нифига себе. Это, конечно, бомбический ара будет. Вот опять, пожалуйста. Два пятых. Два пятых уклонения. Офигеть. Нормально, Атакаре повезло. Так, точность. Отлично. Смотрите, как начало сыпать. Да, уклонений на этом аккаунте, конечно, хватает. Правда, спасают ли они сейчас? Так, точность, атака. Атака, пятая, четвертая. Нас это не устраивает, поехали дальше. Собираем по возможности побольше. Так, нет. Нет, не то. Четвертый, пятый уклон. Тоже очень рядом, кстати. Ну давай еще жизнь. Ну, в принципе, нормально. Так, тут у нас наролено. Тут у нас наролено. Жестко. Короче, фея будет у нас последняя, а то у меня уже пальцы затер. Это просто жесть. Реально вон. Пальцы просто тупо немеют. Из-за того, что держишь телефон в одном положении. Непривычно. Это не по мышке клацать. Отлично. Жизнь. Имка понятно. Вот тут вот, видите, шестерка. В принципе, тоже нормально наролено уже. Давайте еще варлока подготовим. Вот такие вот, ребятушки, дела. Думаю, ждите продолжения трешечка. Будем дальше качать этот аккаунт. Надеюсь, вам нравится. Все-таки это AIS сервер. Здесь интересные топы. Ну и намного интересные плюхи. Я думаю, вы все видели их. По прокачкам здесь, конечно, получше будет, нежели на... Ну, на английском сервере, но тут нету питомцев обычных. Поэтому этот аккаунт страдает без кролика. Атака, атака. Фух, блин. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите продолжения. Всем удачи, всем пока.